28 января Волжск посетил глава Мариэл Александр Евстифеев. Перед началом своего визита в наш город руководитель республики побывал в селе Помары Волжского района, где осмотрел спорную детскую площадку, о которой недавно мы рассказывали в одном из своих сюжетов. Судьбу конструкции уже определил Волжский городской суд. Александр Евстифеев озвучил, что взамен демонтированной в Помарах появится новая детская площадка, отвечающая всем требованиям безопасности, и она будет построена уже в этом году. Рабочая поездка главы республики в Волжск началась с открытия соревнований по лыжным гонкам среди школьников. Александр Евстифеев осмотрел специализированное оборудование для подготовки трассы, закупленное для лыжной базы силами МЦБК, и лично дал первый старт для участников. На старт! Далее глава Мариэл побывал на открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного Марийским целлюлозно-бумажным комбинатом. Александр Евстифеев поздравил юных футболистов и их родителей с этим важным для города событием и поблагодарил руководство МЦБК за вклад в развитие спорта в Волжске. Социальная политика Марбум-комбината, мы видим, что она последовательна. Мы с вами год назад были, точнее меньше года, были на открытии футбольного поля, современного футбольного поля. Сейчас вот такой спортивный комплекс, выполненный, повторюсь, в зимнем варианте. В завершении визита в наш город глава Мариэл принял участие в заседании Общественного совета по стратегическому развитию Волжска, где выслушал предложения его членов по улучшению жизни горожан, а также прокомментировал свое мнение по сложившейся в городе политической ситуации. Подробные детали визита главы Мариэл в ближайших выпусках «Волжск-24».